Упражнение очень интересное. Это новые упражнения. И очень много находок. И с ними работает наш российский специалист Инна Быстрова. Очень, надо сказать, хорошо работает. Они очень жизнерадостные, очень веселые девочки, я их знаю. Они тренируются вместе с нами в Новодорске сейчас. Наверняка трудолюбивые. А, конечно. Хотя, мне кажется, судя по сегодняшней разминке, то наших выступлений столько, сколько наши российские гимнастки, по-моему, не тренируется никто. Никто. Да, наши девочки сейчас очень много тренируются, потому что мы сделали новую программу. А программа очень сложная, очень насыщена различными элементами. И требует очень много времени на подготовку. Да. Что ценится в упражнении с 5 мячами? Ну, конечно, ценится то, чтобы мячик все время находился в движении, никогда не останавливался, все время делал перекаты, броски, восьмерки, отбивы. И, конечно, это все очень ценится. Переброски как это квалифицируются, там большие, мелкие работы, да? Как-то здесь еще тоже, наверное, идет. Да, в групповом упражнении обязаны гимнастки выполнить 6 перебросов. Расстояние должно быть не менее 6 метров. Ну, может быть и 4 метра, и 2, но тогда она ниже оценивается, переброска. Шесть спортсменок раньше стояли в групповом упражнении. Было больше, наверное, поле, пространство для всяких задумок. Но вот теперь 5, и приходится, наверное, гораздо тщательнее работать с этим. Да, но это уже давно, уже к этому мы привыкли. И привыкли, что совсем другие построения теперь происходят. Но, напомню, это уже очень давно. Это интересно, даже в конце была переброска, когда гимнастка ногами.